Выставка, которую мы сегодня открываем, раскрывает перед нами удивительный и необыкновенный мир Севера, знакомит с законами бытия и традиционными канонами жизни в суровых климатических условиях, демонстрирует грандиозные результаты труда человека Севера, который сумел преодолеть суровый нрав природы и отразил свою душу в окружающем его мире предметов. Для приветственного слова приглашается к микрофону главный специалист отдела музейной и библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области Елена Владимировна Безруких. Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники, разрешите от лица Министерства культуры Свердловской области поприветствовать вас на открытии этой замечательной выставки. Что мы знаем о Ямале? Наверное, не очень много. Ямал – это 9 месяцев зимы. Это величественные горы Полярного Урала. Это мистическое северное сияние. Ямал – это суровый и в то же время уникальный край, где сохраняются вековые традиции. И нам с вами выдалась уникальная возможность познакомиться и окунуться в атмосферу самобытной и очень уникальной культуры коренных народов Севера, которые проживают сотнями лет на бескрайних просторах Ямальской тундры. Я хочу от лица министра культуры Свердловской области выразить благодарность в лице директора Государственного автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа окружной дом фольклора. Ремесел. И выразить надежду, что наши с вами дальнейшие культурные творческие связи будут дальше крепнуть. А вам, уважаемые участники выставки, открытия выставки, я хочу пожелать приятного просмотра. Ну а выставки и организаторам выставки хочу пожелать, чтобы как можно большее количество жителей Свердловской области, гостей города Екатеринбурга, смогли прийти в этот зал Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и увидеть воочию всю красоту и самобытность ямальской самобытной культуры. Спасибо всем большое, успеха, удачи и, конечно же, всем здоровья. Ямало-Ненецкий автономный округ уникален и ценен тем, что на его территории проживают малочисленные народы. Их мир таинственен и привлекателен. С музыкальным фольклором селькупов нас познакомит директор филиала Государственного автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной дом ремесел», природный этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск Кулиш Александр Сергеевич.